Католическая церковь подвергла критике планы итальянских властей принять закон о гражданских союзах, направленный на защиту прав ЛГБТ-сообществ. В интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» кардинал Генуи Анджело Баньяско назвал разными реальностями – права семьи и права других типов отношений. Он подчеркнул, что права ЛГБТ и так в полной мере защищены в рамках действующего законодательства. В июле Европейский суд по правам человека в ответ на жалобу нескольких гомосексуальных пар потребовал от Италии узаконить однополые союзы. В свою очередь, в правительстве страны заявили, что примут соответствующий закон до конца 2015 года.